Вот еще вывешивается один плакат. Это, пожалуй, самый свежий плакат. Фотографии, естественно, не самые свежие, как они и должны быть. А они вот тут вот показывают детство, юношество, отрочество. К юбилею Евгения Васюкова, гроссмейстера, теоретика, тренера, журналиста, общественного деятеля. Да, Евгений Андреевич как раз организатор вот этого турнира. И, по-моему, это 8-й уже турнир такой ветеранский. Ну вот, подтянулись конкуренты. Как, неужели нет?